Так, друзья, делаем первый заброс. Нам сказали, что сегодня ничего не светит. Ну, глянем. Ветер такой интересный. Начали с 1,5 граммов. Погодка пасмурная, ветерок поддувает. Дно нечистое, за все цепляется. Вода падает, то есть, скорее всего, в заливчике нашем ничего не будет. Был удар уже. Удар был, да. Удар был, да, рыбу почувствовал. Так, мы сделали честный первый провод. Честный первый провод, рыбы нету. Так что, в принципе, все пока идет по плану. 20 минут седьмого. Ну да, вот что у нас и клюет. Вот такого окушка. Ну, это прям смешно. Ну как успехи у вас? Одного стебелька. А, вы прям сюда кидаете, да, под берег? Все, я понял. Да я тут покидаю тогда тоже. И что, поймал что-то? Нет, я спиннинг там забросил. А, вы забросили, да? Да не, я вот с той стороны. Не, я ж тут недалеко. Да, я покидаю тут. Они такие легкие приманки, 1,5 грамма. Вот видите, кинул так. Попадает. Что, что? А? Что вы говорите? А я на заманухе там был. Там одного маленького окушочка и все. А мужики там что-то кидают. Ну такого, себеля. Так. Ну тут, я думаю, нам ничего не светит, так что пойдем дальше. Всего доброго. Всем привет, друзья. Нахожусь сейчас на мертвом донце. На часах 15 минут 8. У меня береговой джиг. Уже обловил я участки заманухи. Чуть-чуть под мостом половил. Ну, в улове у нас мелкий окушочек. Поймали его на вот такую вот приманочку. 1,5-граммовый шарик на пассивной проводке с поддергиванием. Имитировали мормышинговую ловлю. Так что сейчас идем на большую воду. Да. Утро доброе. Ну как у вас по мирной? Никак, да? Ласкивикова такого взяли, а товарищ, ну, джига, себеля, джига любитель тоже, вот такого окуня одного поймали. Ну, то же самое, да, вот такого окуня и все.
Да, понятно. Раньше мы на этой точке отлавливались хорошо. Три грамма, полет нормальный, да? Опа, есть. И удар такой хороший. Вот, все-таки уговорили одного. Эх, иди сюда, рыжик. Рыжик, рыжик, рыжик. Расцветка такая интересная его. Есть. Такой маленький. Плыви, малыш. Берет так дерзко. Берет так дерзко. Так, как тут заброс нам делать? Вот такие, да, нам? Вот такой у нас улов.
Да, неприятно. Ну, значит, это знак идти домой. Последний заброс вы мой видели. Такое случается, когда не смотришь по сторонам, сильно увлекаешься. Ну, хорошо, что спиннинг хоть не сломали. На этом, как говорится, спасибо. А по рыбалке вывод очевиден. Изначально все складывалось не в мою пользу. Ни погода, ни перепады уровня воды не благоволили сегодня мне. Да и когда пришел на точку, общался с рыбаками, все говорят, что рыбы нет, ничего не клюет, ничего не ловится. Ну а нам удалось сегодня поймать. Я очень сильно рад, потому что изначально цель у меня была чуточку другая. Вот я приобрел себе внешний микрофон на камеру. Интересно, как он пишет звук в таких условиях, потому что ветер сегодня был достаточно сильный. Я думаю, что звук получился чистый, объемный, ну а там уже на видео посмотрим. По рыбалке, что сказать, работала сегодня танта в размере 1.5 дюйма с 2-граммовым шариком. Я, в принципе, особо не извращался, подцепил одну приманку и менял больше локаций, то есть рыбалка была больше ходовая. Зашел сегодня и на Дон, ну, там, понятное дело, у меня ничего и не было. Так встретил мужичка, он там по пеленгасу стоял, одного дернул. Ну, рыбалка короткая у меня, так что мы больше двигались, больше меняли локации, больше старались разговаривать на камеру, проверять микрофон. Ну, а если видео понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, а я вынужден с вами прощаться. Так что всем пока, до встречи на водоемах.